Чугуев – это старое военное поселение. Здесь жили разные родовые, гусары эти были малиновские. Преображенка – это стоял Преображенский полк. Музей Репина. Он родился и жил здесь, и малевал свои картины. Я Клочков Андрей Евгеньевич, представитель правления СМД «Добробут Чугуева». Благодаря Олегу Масленникову мы узнали о программе «Первой ласточки» Фонда энергоэффективности и решили принять в нем участие. Для того, чтобы принять участие в программе «Энергодім» Фонду энергоэффективности, нужно сделать несколько простых вещей. По-перше, нужно створить ОСББ. По-друге, провести энергоаудит своего будинку. По-третє, зібрати загальні збори, на яких співвласники мають прийняти рішення щодо пакету заходів, які запропонував енергоаудитор. В нас на сьогоднішній день створено багато об'єднань співвласників, 73 об'єднання. Це майже 50% від цього житлового фонду нашого міста. Согласно выводам энергоаудитора, у нас дом наш является очень сильно перегретым. Поэтому мы приняли такое решение установить индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием и балансировкой системы отопления. Ну вот непосредственно мы находимся в помещении, где мы установили свой теплопункт. Было установлено регулятор подачи тепла, была установлена частотная насосная группа, которая позволяет регулировать интенсивность подачи тепла. Ну и то, что здесь самое интересное, самое удобное для меня, как для представителя правления, это установлен контроллер, который регулирует полностью тепловым пунктом. Очень удобная вещь, позволяет регулировать подачу тепла с мобильного телефона через установленное приложение, оперативно реагировать на пожелания жильцов либо прибавить тепло, либо его уменьшить, ну, в зависимости от погодных условий на улице, позволяет нам экономить на самом отоплении, которое отображается в платежках? Ну, конечно, были проблемы, потому что в доме стоят разные батареи. Разные батареи, значит, идет разная теплоотдача. В каких-то квартирах были недогрев, в каких-то был перегрев. В последнее время у нас это дело все как-то нормализовалось. І перевага, знову-таки, ОСББ саме полягає в тому, що я аналізую, які раніше були звернення. Люди приходять і кажуть, дайте нам якісь там кошти, нам треба поміняти якусь трубу. Дайте нам кошти, нам треба зробити там сходи там, в під'їзд. Нам треба відремонтувати там десь кусочок відмостки. Сьогодні люди приходять на прийом, змінюється філософія зовсім. Да? Люди приходять і кажуть, допоможіть нам попасти в якийсь проєкт. А ви зможете нас підтримати співфінансуванням? Для меня это бальзам на душу. Через банк-партнер, которым является Укргазбанк, мы подали документы. Но для финансирования наших мероприятий энергоэффективных нам собственных средств денежных не хватало. Поэтому мы, учитывая то, что Укргазбанка отделения в городе Чугуеве нет, мы решили обратиться в приватбанк. Жильцов сильно там переубеждать не нужно было, то есть уже есть позитивный опыт работы, и люди легко пошли на этот шаг. Естественно, люди разные, опыт жизненный у всех разный, поэтому пришлось, конечно, убеждать. Некоторых убеждать, некоторые сразу согласились. Ну, все зависит еще от того, насколько мы могли им донести это все. Фонд енергоефективності, який розпочав прийом заявок з 3 вересня 2019 року, надає найбільші компенсації з подібних програм підтримки у всій Європі. Компенсації в розмірі 60 або навіть 70% більше не пропонує жодна програма с поддержкой энергоэффективности. Мы оформили кредит в приватбанке и запустили энергоэффективные мероприятия. Если брать март месяц, то мы за март месяц получили экономию в районе 30-35%. Если сравнивать такие дома, идентичные, как наш, с тепловым пунктом и такой же самый дом без теплового пункта, у нас за квадратный метр получилось 11,90 гривен за квадрат, а в доме без теплового пункта получилось 18 гривен 45 копеек за квадратный метр. Общая сумма у нас проекта составила 486 тысяч 491 гривну. У місті працює декілька програм, які направлені на підтримку функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. Участь в пілотному проєкті «Перші ластівки» – безумовно, це дуже цікавий проєкт, який дає можливість залучити кошти на житловий будинок, що дає можливість людям регулювати теплову енергію. І встановили вони певні обладнання, а ми з міського бюджету компенсували 20% від загальної вартості проєкту. Це було окреме рішення, яке було підтримано Чугуївською міською радою одноголосно.
Мы получили от фонда 60% компенсации. По совместной работе с городским советом мы участвуем тоже в софинансировании на энергоэффективные мероприятия. Мы получили от городского совета 20% компенсации. Остаток погашения кредита у нас 88 тысяч. Но если разбить эти 88 тысяч на 90 квартир в нашем доме, то получается это где-то приблизительно около 1000 гривен на каждую квартиру. И я думаю, что мы до начала отопительного сезона эту сумму закроем полностью. Чому варто реалізовувати енергоефективні проєкти у кожному багатоквартирному будинку? Тому що це суцільна вигода. Перше – це зниження споживання енергетичних ресурсів. Друге – це економія коштів сімейних бюджетів. Третє – це покращення мікрокліміту, а відповідно здоров'я мешканців цієї квартири, цього будинку. Четверте – це продовження терміну експлуатації цього будинку, безаварійної експлуатації. І п'яте – це відповідно внесок у глобальну боротьбу зі змінами клімату.